Манчестер Сити против Уотфорда на лондонском стадионе Уэмбли. Голубые и желтые цвета кого? Тех самых, которые сегодня сделают Кайл Уокер номер 2, Винсент Компани номер 4, Эмерик Лапорт номер 14. Атакующая во многом неожиданная. Габриэл Жезус номер 33. Финальный поединок Кубка Англии, который вместе с вами посмотрят два комментатора. С командой больше 30 лет. В середине 80-х последний раз светился в Европе. Аурелио Гомес у Уотфорда. Подача. В кубке играет Аурелио Гомес. Это своего рода дань такого уважения вратарю, который отбитию 11-метровых. И, безусловно, в кубковом матче мы... Передача на Перейру, но этот пас прерывает никто иной, как Александр. Но потом слетел на Вулверхэмптоне, который, в свою очередь, проиграл Уотфорду. Дальний удар, но намного в трофеи Сити собрал. Кроме вот этого. Пока. По кубковым турнирам. Вспомните, кого обыгрывал Ман-Сити в Кубке Лиги. На понятное, в общем, и логичное будет возникать ситуация, это все равно когда-то должно происходить. Кимарес, и мяч до него доходит. Хорошая подача, опережает. Да, тоже бывало подключал не основных своих игроков, и тем не менее это все равно. И Делафео, и Дини здесь играет, а это прострел, ворота пустые. А подводя черту под этим рассуждением, Сити все равно. Сколько форвардов у Лестера. Возможно, золотой гол, кстати говоря. Перехват. Лестеру негде. Там очень плотная игра от Уотфорда. Сильва. Слишком гонка. Итак, снова правый фланг, снова прострел. Да. Легко Сити пресекал. Сейчас угловой. Хорошая подача. Давайте смотреть атаку Сити. Потом закончим с этим выходом один на один практически. По флангу на Делафео. Опасно очень. Выручает. Просто на высшем уровне Эдерсон Мораес, это точно совершенно. Нагружают равномерно левый и правый фланг. Подача сейчас. Такая его повадка работы с мячом. Подача Перейра. И добежать он вряд ли мог в том эпизоде. Теперь я такое наблюдение. Трассе. Успел какие-то небольшие пацаны контратаки Уотфорда. Качнуть может в любую из сторон. Очень. Делафео. Делафео. Что там было? Пока подача. Аурелио Гомес выпускает мяч из рук. Нотировали. Но сегодня в помощь есть ВАР. Да, сегодня видеоарбитр. Еще один. Была. Жезус. Поскользнулся он на газоне Уэмбли. Без единой остановки. Да, техника вратарская была продемонстрирована. Действительно, прошлый сезон половинку участвовал только, да, в судьбе команды. Но вместить Викеридж Роуд, домашний стадион Уотфорда. Там вместимость чуть больше трибуны имени Элтона Джона. Сэра Элтона Джона. Опасно будет. Перейра второй шанс имеет, но его удар уменьшает. Подача следует, причем такая неожиданная. Не доберут. Вот мы здесь всей командой в обороне. Пас штрафную. Назад идет Кайл Уокер. Технично сейчас Морес играет. Был в тени, откровенно, в этом чемпионском сезоне. В новом чемпионском. А сейчас Зинченко будет снова поднимать мяч. Навесная удара. И как Стерлинг дорабатывает головой удар. 1-0. Давид Сильва. Они дожали в этой атаке соперника. Два человека всего. Давид Сильва и Рахим Стерлинг. Как Стерлинг выиграл воздух? Кто был рядом? Адриан Марьяпа? Ну, просто удивительно. Не выключился из эпизода. Сыграл до конца. Свои фирменные атаки до ума Сити довести не мог. А атака, которая была... Вышел... И отбил мяч за пределы штрафной. Гомес. Удар. И вообще последняя победа Уотфорда над Сити случилась ввозь руководил Уиганом. 35-40 метрах он встретился с мячом. Кажется, этого и достался мяч. Похоже, как было в голевой ситуации в команде. Огромный Дукуре устремился по ним. Гюндоган. Какой пас, изумите! Очередную серию своей атаки придумывает на дальнюю штангу. Ворота пустые! 2-0!
Феноменально. Просто до сантиметра все продумано и прочувствовано здесь. Габриэл Жезус. Его скидка буквально с линии, с лицевой линии вдоль ворот. И такое впечатление, что опытнейший Аурелио Гомес просто в полупозиции оказался. И не достать, и уже ворота не защитить. В спортном режиме игроки Манчестер Сити, Зинченко. Вот его маневры низом здорово на Гюндогана. И тот опять вот так получил на пас, и защитник будет подавать на дальнюю штангу. Очень высокий мяч. Но на сей раз...